вижу, что видно и слышно. Буду показывать дальше. Отлично, спасибо за обратную связь. Могу читать, могу отвечать на вопросы, то есть спрашивать, есть много информации. Мы сегодня стримили в несколько смен. Моя смена закончилась в 3 часа ночи. И в 7 часов мы уже были на ногах. 4 часа для поспать. Мы посменно будем разбиваться, показывать стримы. То есть, смотрите, если можно, разбрасывайте, пожалуйста, линки, потому что немногие люди знают о том, что Спина ТВ идет прямую трансляцию и не могут найти информацию. Особенно люди, которые смотрят только телевидение, они не всегда понимают, что можно зайти в интернет и посмотреть это все просто сейчас. Поэтому у меня очень большая просьба по всем своим Facebook контактам, по социальным сетям, а также, если есть возможность, о, это приятно. Так, хлопці, чоловіки, оголошення до вас. Слово на самом деле, це самое сильное оружие. Набір в нашій сотні самооборони. Вот, у меня просто просьба расшарьте ссылочки, пожалуйста, чтобы люди могли смотреть, что здесь происходит, потому что, ну поверьте, Спина ТВ будет стоять до последнего, мы уже это показали своей деятельности, что мы в любом случае будем, как бы нам сложно не было, стримить. Хлопці, чоловіки, хто приїхав? Если у вас будет возможность нам помочь технически, будем очень благодарны. Приходимо, записуємося для того, щоб ви були організовані. Також оголошення одразу до сотників. Хлопці, підходьте до білого намету біля сцени. Сюди ми, як ви бачите, закликаємо всіх людей, щоб записувалися в сотні. Друзі, я ще раз наголошую. Боротьба заключається в тому, щоб ми напарника Дем'яна з Нью-Йорка. Я попробую його знайти. Ми договорились зустрітися возле пам'ятника. Ми маємо бути дисциплінованими, чітко знати, що маємо робити, чітко маємо знати, чиї команди виконувати і коли. Тому прохання, щоб всі хлопці, чоловіки записувалися в наші сотні самооборони. Це можна зробити біля сцени, одразу за наметом «Батьківщина». Білий намет, одразу за ним підходьте, там будуть сотники, там буде піс. А що ти таке, скажи? Друзі, а тепер вам прошу всіх. Це ми попросили оголосити хлопців в телефоні. Деякі хлопці стоять уже більше 15 годин. Прохання. Наступление ребят. Сейчас будут интернаты. По опыту уже знаю, как только начинается заброс. Они сразу начнут сейчас разрываться здесь гранаты. Я немножко отойду в сторону. Не стоимо просто так. Підходимо, допомагаємо нас на передовій. В тому числі. З вулиці Хрещатика. Зараз у нас немає часу на екскурсії. Екскурсії будуть після перемоги. Хрещатика, друзі, всі підходимо, будь ласка, на Майдан. І на Майдані долучаємося до нашої гордооборони, до нашої боротьби.